целом, чем качественнее мы будем работать, правительство, тем больше доверия людей. А сегодня самая главная оценка деятельности любого уровня власти – это социальное самочувствие граждан, как они себя чувствуют, насколько уверены. И то, что социология показывает, что на 17% выросло социальное самочувствие наших граждан, то есть которые оценивают, что они живут в нормальных условиях, что нормально власть работает и так далее, это уже хороший показатель. И здесь большой вклад прокуратуры, я уже говорил об этом, просто повторюсь еще раз. И поэтому я благодарен вам за эту работу и хочу выразить надежду, что в 2014 году мы также будем работать по всем вот этим нашим проблемам, которые существуют в обществе. Их достаточно, и достаточно и для меня, и для вас. И очень важно, чтобы мы, выбрав вот такие принципиальные вещи, принципиальные позиции, чтобы мы от них не сходили, и по многим вопросам обратили внимание, может быть, даже по некоторым вопросам более усиленное внимание, особенно когда мы оказываем поддержку бюджетными средствами, бюджетными деньгами, в том числе развитие там малого бизнеса и так далее, и появляются жучки, которые под эту тему заходят, фальсифицируют бумаги и все, и предъявляют. А потом резонанс после этого, когда мы не очень хорошие, конечно, значит, и поэтому в целом, скажу так, что работали нормально. Я тоже получал и представления, и протесты, и письма, и я всегда реагировал на них достаточно понимание, старался увидеть там зерно и смысл этого представления, этого протеста, и отреагировать на само это зерно, на саму проблему, а не на то, что вот мне прислали, и у меня такие амбиции, что так мне прислали, я губернатор. И в этом плане, значит, я и дальше также буду относиться к действиям прокуратуры, направленным на соблюдение закона. Поэтому спасибо за работу 13-го. Надеюсь на такую же дружную работу 14-го.